Всем привет! Я Бумагина Кира, живу в Конаково, занимаюсь карате. Я карате занимаюсь уже 3 года. Мой младший брат пошел на карате, я следила, как он тренируется, за его достижениями. Мне очень понравилось, и я тоже решила попробовать. Всего в моей копилке более 40 медалей. За 2020 год я побывала на первенстве Московской области, на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. И на всех престижных соревнованиях я была в тройке лучших. То, что сделала Кира за эти 3 года, ну, это редкость, это практически нереально, да, это сделать. Ее конкуренты занимаются с 4 лет. То есть ее конкуренты уже 10 лет занимаются. А ей, помимо того, что нужно своих конкурентов обогнать, ей нужно было их еще догнать. Это все благодаря ее трудолюбию. А это благодаря родителям, которые прикладывают немало усилий в развитии спортсмена. Ну, я думаю, что и тренер там немного помог. У нас есть возможность заниматься с топовыми спортсменами, которые являются членами сборной команды России. Да, также с тренерами, которые являются тренерами сборной. Бумагина Кира находится в сборной Московской области, и еще я с ней занимаюсь индивидуально. Девочка очень перспективная. Мы решили создать новую команду. Тоже очень перспективная, как оказалось. Начинаем работать, все идет по плану. Кира приезжает каждые выходные в город Клин, чтобы подготовиться в команде и в личном зачете. Это будет подготовка к первенству России, отбор на Европу, на первенство Европы. У девочек горят глаза, у Киры очень сильный настрой. Будем делать все возможное, чтобы было золото.